В пятом детском саду провели квест-игру для воспитанников подготовительных групп. Ее приурочили ко дню флага. Такое мероприятие для ребят организовывали впервые. На подготовку ушло около недели. По словам педагогов, дети с воодушевлением выполняли каждое задание и справились очень быстро. Ребята проходили задания на каждом этапе, получали конверт с кусочком пазла, с заданием. И в конце кусочки пазла складывались в единую картинку. Ребята делились на две команды. В конце ребята нашли клад. Сейчас в учреждении около 120 ребят со всего Магадана. Детей принимают с года до 7 лет. В учреждении есть группы комбинированного и компенсирующего вида. В них представлены образовательные программы для детей с речевыми нарушениями, задержка психического развития. С ребятами занимаются педагог-психолог и учитель-дефектолог.